Все выходные трамваи по проспекту Ленина ходить не будут. На перекрестке с Восточной будут менять рельсы. Движение ограничат на участке от улицы Гагарина до гостиницы и сеть. Многие маршруты на время ремонта будут изменены. Трамвайные пути планируют перекрыть уже сегодня вечером. И уже завтра с утра по временному маршруту начнут следовать трамваи 4, 8, 13, 15, 18, 22, 26 и А. За два дня на главном проспекте планируют уложить новые рельсы и брусчатку. Ремонт специально проведут в выходные, чтобы доставить как можно меньше неудобств горожанам.